Антон, ну рассказывай, как там? Хорошо? Очень даже. Очень. На улице минус 4. В предгорьях. Ну вот, смотрите. Минус 4, 16:39. Ну вон еще раз. Минус 4. Вот так мы и купаемся. В Биракзанских источниках. О, сейчас будет бомбочка. Вода, бомбочка. Вон там самое горячее место, лавочки оборудованы. Можно посидеть, почитать что-то там. Единственное, что там ветерок немножко дует, конечно. Он на температуру покажет вместе, Давид. Понемножку. Давид, не вместе, я считаю. Раз, два, три. Минус три. Четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Да что они? Крикишь? 20 секунд. Шучу. Да достаешь. Ну вон, посмотри. Сердце не колотится. Сердце не колотится. Ну через полчаса. Я злой! Антон, не брызгай. Я не могу достать тебя. Антон, я в очках. Да боже. Они ржавеют, что ли? Да. Вон девочек иди по друзьям. О, здрасте, нас видно. Привет, страна. Видно? Я думаю, по-любому видно. Ну что, видно. Это Биракзанский горячий источник. Чтобы снег был. Теплый источник. Ну, градусов 40 дает. А он записывает? Записывает. Да, ну. Вот там святая вера. Сюда смотри. Да, я думал, что куда я? Куда в другую сторону. Тепло. Тепло и супья. Тепло? Надо здесь этот Чё? Комбинат стиральный. На порошке экономишь. Точно. Не будет отстирывать. Не будет отстирывать.